Крольчиха делает себе гнездо, готовится окрылиться. Сейчас увидите, она в рот набрала сена и потащит в маточник. Так они готовятся окрылиться. Недавно одна окрылилась, и почему-то все крольчата были раскиданы по маточнику. Ну, естественно, все мертвые. Ну, покажись нам. Вот видите, она щипает и сенника набирает сена. Вот это первый признак, что она готовится окрылиться. Не будем ее отвлекать. Пускай готовится.